Столичные власти отреагировали на замечания жителей, о которых накануне мы сообщили в эфире. Напомним, сыктывкарцев возмутило отсутствие видимой уборки снега. Мэрия поспешила заметить, работа ведется, но в ночное время, чтобы не провоцировать пробки. В ночную смену на уборку улиц выходит 50 единиц техники, днем 30. Это значительно больше, чем годом ранее. Впрочем, и объем работы по сравнению с предыдущей зимой вырос процентов на 10. Добавили Октябрьский проспект в сторону Эжвы, Верхний Чёл дорогу, выход на объездную к мосту. Ну и в Нижнем Чёле тоже добавилось. Как отмечают дорожники, эта зима особо снежная, а потому работа останавливалась с начала года лишь в самые морозные дни. Впрочем, осилить весь город сложно. Муниципальному предприятию не хватает техники. 60% фонда изношено. Дорожное хозяйство вынуждено брать дополнительные самосвалы в аренду. Если у нас достаточно техники, и если, как мы говорим, что у нас на 10% в этом году выпало больше снега, чем в прошлом, хотя каждый год говорится, что у нас почему-то все время выпадает больше, чем в предыдущие, то и работать надо, наверное, на 10% больше. Вот. В то же время, значит, городские власти утверждают, и дорожники, что у них составлены графики вывоза снега с улиц. Меня вот интересует, а почему эти графики нигде не публикуются? То есть ни в средствах массовой информации, ни на сайте. По крайней мере, я нигде эти графики не нашла. Искала, вот сейчас сидела, чтобы посмотреть, какие же улицы, когда будут чиститься. Мы опросили и горожан, как они оценивают работу коммунальных служб. Люди более-менее довольны. Во дворах много снега, машинам плохо заезжать. Центральные, конечно, более-менее чистят, а на окраинах, можно сказать, вообще не чистят. Ну, во дворах-то, конечно, поработать-то надо бы. А так по центральным улицам ходить можно. Мне кажется, снег меньше виноват. Вина больше, что машин много стало. То есть они не дают нормально убирать, получается, город, да? Так они же не дают. Тут бы ворот проехать бы, и все бы чисто было. Машины стоят и будут вечно стоять. Что касается вывоза снега, который в последнее время заметно сузил городские улицы. Его вывезут через 2 недели. И это уже обещание городских дорожников, которое озвучено нашим журналистам. Наша съемочная группа вышла в рейд с коммунальщиками и убедилась, город все-таки чистится. Виктория Палкина увидела все своими глазами. «25-тонный КАМАЗ в среднем загружается минуты за 3. За ним сразу идет следующая машина. И так нескончаемым потоком. За ночь коммунальщики успевают убрать сразу несколько улиц. На смену первая партия тяжелотехники выходит из гаража в 8 вечера. Выходят грейдера, готовят вал. Грейдера, тракторные щетки, погрузчики формируют вал. 21 час выезжает уже основная масса нашей техники, самосвалы». И начинается погрузка. И до 8 утра. Каждую ночь караван уборочной техники сопровождают сотрудники ГИБДД. Помогают с поиском нерадивых хозяев, которые бросают свои авто на проезжей части. Машины наезжаются, да? Очень сильно. Особенно на узких улицах. Наши графики еще не так. В прошлом году с сыктывкарских улиц вывезли больше 250 тысяч кубометров снега. Прогнозов на этот год дорожники пока не делают, но говорят, осадков хватает. Каждую ночь с улиц вывозят в среднем до 3000 кубов снега. До Нового года у нас погода была более-менее такая, позволяла, значит, вывезли мы 33 тысячи кубометров снега. Значит, после Нового года, значит, вывезли на сегодняшний день, значит, 14700 кубометров снега. Значит, мы только не работали 1-го и с 8-го на 9-е, когда был сильный мороз. Чтобы убрать снег с улиц, за 2 недели коммунальщики даже взяли в аренду дополнительную технику. 7 КАМАЗов – хорошее подспорье, говорит директор дорожного хозяйства. В этом году автопарк предприятия обновили, но своих сил для проведения генеральной уборки все равно не хватает. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал «Юрган», Сыктывкар.